А? Да, есть, я не сказал такого. Мне не хватает тепла. Чего не садится к Максу? Привет. Зачем? О чем? У нас ничего общего. О! 11 часов. 12 минут. Что происходило? Сейчас за 12 минут. Какая прекрасная игра. Макс, не кажется, что 11 минут просто буду играл за нас? Нет? Он не знал очень похоже. Нет. Макс, а почему последний раз он так 1-1 закончил? Один. Вон он. Как же это жить холодно, блин. Ты уж какой матч стоишь? Такой сделал. Пока еще нормально, я держусь. А ты потом, когда это монтируешь эту штуку, ты запикиваешь все маты? Я даже не слушаю, что. Но мне потом приходят, раз говорят, что немного чего интересного узнают. Ну да, особенно после того, как мы эпически в прошлом году покомментировали матч какой-то с Кириллом. Я думаю, угрозы в Твиттер получал. Да, у меня в тот момент даже Твиттера не было. Печатка идет? Просто я думаю, заметит или нет. Не опасно. Что, уже обсуждали, что делать? Зависит от результата, конечно. Мы все вроде к этим, к семье алкоголиков поедем, в FIFA играть. К семье алкоголиков это Кирилл и Ксюша? Нет, Саша и Валина. А, Кирилл и Ксюша тоже подходят. Я не замечу. Вот и загадки несколько в решении. Ладно, не подходит. Подожди, Кирилл и Саша? Да. Саша, а кто же я? Кто такой Саша? А, Саша, Полина и Саша. А все пойдем? А что? У меня с ней как выходной. У него? У меня. У тебя еще два матча. О, браво. Блин, так 0 из 1. Я буду считать, сколько точек пасов у Кирилла. Хорошо? Буду считать, сколько точек пасов дал Кирилл. А? Ваня, хорошо. Я думаю, Ваня будет заменить Кирилла, когда Кирилл будет на последней минуте. Максим лидирует в лиге по количеству полов. На нем, точно. На нем, да. Они сыграли вот 2 минуты, он уже 2 раза валялся. 2? Я преувеличил. Я минут преуменьшил, а количество полов преувеличил. А где они, на юбилейном квартале живут? Да? Туда? Блин. Знал, надо было ключи взять из квартиры. Ты что, дома не поедешь? А? Дома не поедешь? Нет, в смысле, от квартиры в юбилейном Я квартале. Понял. Но ты дома у себя не поедешь, если что? Перед тем, как поехать к алкоголикам? Да. Не планировал, а ты планировал? Тебе зачем? Тебе зачем? Кто тебя еще дома взял? Манику сколько лет мая будет? 7? 4. 7, блядь. Опять преувеличил. Я реально не знал, я просто спорил тут. Спорил? 7? 4. 4. Ну, блин, взрослый. Ну, не выглядит, в смысле, а ведет себя. В
моей племяннице был день рождения, позавчера. 17-й позавчера, да. Ей 6. Ну, она тоже выглядит взрослой. Смотри, 6 минут уже. 6 минут и тотал меньше. Это странно, да? О, продолжим. Все, прям гости. Что ты за стенки? Были планы, что ты сидишь. Планы. Кирилл, ты что здесь снимаешь? А, отлично. Что, кого снили? Я обнял? Слили кого? Все, что ли, Кирилл? Слилось. А, его Кирилл слили. Да, постоянно. С моей стороны я сливаю Кирилл. Парад, парад. Почему? А, подожди, а что за планы? Да нет, друзья, спустя. Что? Опять те же самые? Да. При наличии которых у вас дома нельзя зайти в гости? В этой причине. Нам нельзя было зайти в гости, потому что у нас останавливалось 4 человека и как бы... Я же не собирался пятым устанавливать, что говоришь, да? Странно. Ваш Лешка. Я ни разу вас не ночевал. Ладно, ночевал пару раз. Не у вас, не у вас, Кирилл. Это разные вещи. В смысле, тебе тогда еще не было? Все тогда еще тоже в планах не было. В смысле, это... Ой. Я ночевал. Пару раз. Кирилл что сделал? Кирилл? Пацан-то. Какой? Чей-то. 65-й? Чей-то пацан. Наш. А Кирилл хорошо сыграл. Кирилл надежно сыграл. Нет, он не ожидал, что так быстро что-то. И в концовочке, чтобы мотивировать, может, быть, стало, что ли? Носилки? Что он показывает? Носилки. Пора, и, говорит, выносить их. Запикаешь потом, ладно? Считали? Радость-то не У вас реально проблемы с эмоциями, да? Да не засчитали, наверное. Судья придумал нарушение какое-то. Пока Путин не забьет, я не буду. Судья придумал какое-то нарушение. Отсутствие эмоций. Давай не будешь ты меня вот этой хернёй. Никак не ты достать. Пальцы замёрзли. Да. Кто забил? Морозов? Нет, другой. Найди протокол. Офигеть, другой. Тут ещё 10 других. Мне наугад. А кто забил-то? Першин. Где этот диктор? Чё диктор не объявляет? Першин? Мимо. Нет такого. А, подожди, или слева. Это другой протокол другого матча. Октава. Найди такую же бумажку. Только чистую. О, чистую, значит, ты не заполнял ее, да? Да. Фирезно. Не заполни ее. Кто хозяева, кто гость? Хозяева мы. Першин, да? Першин. Я пишу Першин. 29 номер. Есть. ГП это гол? ГП это игровая передача. А ЗМ это что? Забитый мяч. Там не забитый мяч. У меня ЗМ это заменен, а ГП это голевая передача. А, ну голевая передача попала. ЗМ, забитый мяч. Какая минута? Восьмая. Восьмая? Ну что, я пока неплохо. Гости. Ну все, пока протокол читаю. Помню.
Слушай, а на YouTube лежит где-то нарезка, типа, ляпы прошлого сезона? Блуперс, нет? Ляпы? Нет, да. Нет? Комментаторские ляпы? Комментаторские. Блин, так не удобно. Перерыв, пойдем чай. Огненный, Натар огненный. Почти Бразилия. Резонанс сейчас наши вместе на два вперед на поле. Что ты выглядишь дальше? Воронеж? Поздним вечером идите с Кириллом по району и там напротив какие-то гопники идут. Тоже их так. Нет. О, только сейчас пришло обновление счета. В смысле, что октав забил? Да. Что, MyScore уже это покрывает. Дефолт. Смысл покрывает. Всем, что сказал, он за это нравится. Снял? Заснял? Болеет. Не засал. Наша версия с Насаном уже засал. Я тоже думала, что он засал, потому что вчера вечером было. Ну чего, чего, какие планы? А я видел твой смс. И какие планы были? О, нифига себе, колорит, ничего. А какие были эти нарушения? Это Макс? Нет, это не Макс. Какие логи что делали? Смотрел, как ты сидел. Хорошие. Давай, давай. Кстати, заметил тенденцию, что все матчи этого сезона защищают. Это не уходит с головы. Ничего не было. Вангу гол Али. Вангу гол Али. Ударь, ударь. Это удар за три матча. Ты после матча в интервью скажешь, что пас отдавал, да? За шевры закидал. А? За шевры закинул. Давай,
читали, что ли? Какие ты эмоции! Вот! Второй этаж. Пиши. 8 на 16. 8 на 16? Да. 8 номер? 8 номер. Фамилия? Лежанский. Лежанский? Лежанский. Олег? Лежанский. Да, да, да. Можешь так же написать. Давай еще раз. Номер какой? 8. Минута? 16. Пока неплохо, пока неплохо. Каждые 8 забиваем. Я справляю. Нет, в смысле, я. Нет, пока плохо. Я имею в виду, пока неплохо, я справляюсь. О, народ, подошел. Посещаемость. Если считать еще вот внизу, кто толчится, это уже двузначно. У него синдром Туретта? Почему он кричит какие-то непонятные вещи? Справа один. Русский, ты когда планы это? Прийти в форме? В плаще. Ну, играть в нем. В плаще играть? Что-то не знаю. Мы что-то проспорим. По манере-то узнаем. Так отнести, ёпт. О! Шлепок такой, да? Нормально, один из двух. О, еще шанс. Один из трех. Уже один из четырех. Один из четырех, да? Ну, один из четырех. Ну, по крайней мере, он сейчас процент увеличился. Знаешь, как Кириллу будет это приятно, когда после матча мы вылив на него ушат статистики. Причем, знаешь, вплоть до того, сколько он там набегал, сколько там минут простоял. Сколько он пасов дал. Но это не пас. Пас перехватил. Ну, почти отбор, смотри. Почему на левый фланг постоянно это вот, меняется? Позиция, знаешь, ты... Левый? Или правый? Или правый? Или левый? Я про левого. В прошлый раз. Холодно. Что ты одеваешься так? Давай солнце. Уважаемые зрители, если вы сейчас, наверное, не видите, но Максим сейчас стоит в майке. Почему-то он голый. Вот, здесь шопер, чувак. 58-й у нас шопер. Куда ушел? Вы сейчас первый шопер. Я говорю, в шортах или в шортах. Ага. Мне игра не особо интересует сейчас. То есть он по моде пошел. Последний. Я опасно. Не тот угол, давай. Замену? Юра! Вышел кто? Ушел кто? Ушел. Не знаю кто. Просто напиши мне за 18 номер. Зуев вышел? Зуев, да. А у нас вышел Краса. Да и неправильно сказал. Какая минута? 20. Да не пиши минуту. Я очень на тесто подхожу. А мы не будем записывать, сколько метров пробегал, то чувак не исправился, снова.
Сейчас что, новенький? Какой? Сейчас что, ну, который там в атаке у вас тусуется. Да. Как зовут? Юра. Юра? Юрий. 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 Один из пяти. Ты, блин, это... Вообще просто 20%? Я бы сказал 80% брака. Больше бросается. 20, представляешь, 20. Руслан мне говорит, значит, в следующем матче нужны трибуны. О, на втором голе пришло. Подошло время к третьему голу. 24-я минута подходит. Это второй гол. 24-я минута подходит. Второго 2-0. Бум. Ну отдай сразу в одно, ты ебаный троллей. Твой друг. Да, иногда не могу заткнуться. А? Я иногда не могу заткнуться. Катись. Да не ты, блядь. Вижу! Вижу! Видел? Да видел, видел все это. Мне еще смотреть. Так, стой, стой. Это, помнишь анекдот про АвтоВАЗ? Да, когда там, ну, заканчивается тем, что типа сидят там инженер там и какой-нибудь директор, говорят, что как бы, я же говорил, типа, что это место проклятое. Только левый план просто проклятый. Кто там не играл там все время. Не знаю, ты слышишь сейчас основные люди все. Каждый матч. В больничку, где твой комментарий? В больничку. Или ты еще на больничку был? Хорошенько я. Катись. Девчонка бежит. Она как это, как Mortal Kombat. Уптись!
На поле Да. Судя по звукам, ты танцуешь хаку, на самом деле. Знаешь, еще не хватает только этих криков, а-ля те, которые издают вратарь соперников. Максим, какие сегодня еще интересные футбольные матчи? Кроме ФРТ «Октава» и «Ювентус» «Лацио». Манчестер «Челси». А еще? Пол восьмого. А я больше не помню. ФС играет сегодня? Да. Ну, это, конечно же, неинтересный матч. Да. Но я не помню, с кем он. Вова. Вова Зельвова. Я не вижу гонок, я говорю, что кто-то датуть прыгнет. Да, да, фога, это фога называется, да. Я в детстве была такая. А что правила говорят насчет, допустим, если в середине матча просто так оказалось, что, ну, кто-то обратил внимание, что одной команды 12 человек на поле? Нет, судейка должен следить за этим. Слушай, я не знаю. Пинок судье? Судейка должен? Пинок судье? Нет, судейка, понятно, должен, как бы он не заметил, допустим. Mm-hmm. Что, типа, на его совесть? А если не 12, а если 15? Интересный вопрос. Просто я к тому, что это... Может, все-таки знает. Знаешь, как-то выигрывать в этом сезоне? Не, предлагаю аккуратно вводить 12-го. Лучше. Что же заметил, у нас, у всех игроков номера на майках есть. У всех. Да? Финансирование? Расширение. Да, ну знаешь, как оно расширяет. Одна из них твоя, возможно, да? Вот я попала в федеральную целевую программу. Помощи неимущим. Что? Вонючка? Спина белая. Маска. Буйло. Саша Буйло. Коренастый. Ну, так тебе и пас. Один из шести, да? То есть даже... Чувак споткнулся.
Собственно, поэтому он не получил мяч, но это все равно было 1-6. Бубнова какая самая низкая оценка? Один? Или там есть вообще там, без оценки, там или типа плохо, опозорился? Нет таких оценок? Не, он такого не говорит. Один? Да, кол. Или единица он говорит. Он говорит кол. Макс. А, нет, ты уже стоишь, чтобы это уже плохо. Мы планируем это, да, волну пустить. И? Что думаешь? Ну, попробуйте. Я пробую, у меня там не получается. Как идиот, блин, стою, сажусь. Пробуй лучше. Вообще нужно как минимум два человека спустить волну, это логично. Если один человек встает, он просто... электробуги, или как это называется? Не бросайся. Он не видел чуда. Слово о чуде. Пока на два проигрываем. Это форте. О, один с мячей. Один с мячей, я не говорю. Проводили они. Один с мячей за сезон? В матче? Больше, больше! Есть такой, есть! Они играли там. Играло 7 человек, и их там двое детей. Да. Олег уже это перевыполнил норму по ударам, да? Да, еще не добрал по голову. Сезон, по-моему. Еще не добрал по голову. Чего, третий удар сегодня? Второй. Третий. В смысле, второй уже за сезон перевыполнил? Что за это? Недооценка. Пятый 5 это кто? Один из 7, да, то есть? Хотя это можно считать за точку. За Грэлла? 32, запиши. Запиши сам, блин, я буду записывать это даже не гол. Фигня какая-то. Он в офсайде был сначала. Нет. Двадцать седьмой это кто? О, смотри, кто вышел. Запиши замена. Кто? Макс. Кто? Четвертый номер. Царь как первую букву? А. Просто я не понял, бог там или... Или пох? Лох, я бы услышал. Вышел, так сказать, размяться. Все. Скажи, что мы... Надо знать, никак не в день, а вообще, посмотри. Yeah.
Это знать не хочу.
Ой, это мне же не сказала. Не, Ксения. Не, если тебе, я не буду тебя тянуть. Прекрати, сейчас будет. Одел быстро. Макс, возьмешь, что у нас интервью? Макс. Да, просто камеру направлю. А? Возьмешь у нас потом интервью? Возьму. 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 Спасибо, что вы. Что, ничего опасного не было? Мы, в принципе, и первый не записывали, так что если что, как бы, плюс на минус дает это. Что не было записано. Блин, я только перчатки одел. А. Я услышал, типа, ты даешь мне протокол. Че, про маленькая? Маленькая. Я не накину тебе. Кирилл, если бы тебя посмотрел, да, что ты доверил, типа, какого хера это твой конец? Что такое? А, где ворота это динамо? Кто забил? Объявите, кто забил. Олег. Шамин. Слежанского передать. Олег Шамин. Что он тут забил? Фамилия или имя? Я же все запомнил. Подожди. Фамилия или имя? Шамита. А, слушай, Шамиль. Вот я вот. Ваш Шамиль? Да там написано все. Имя-то не написано? 8 минут, смотри. Потехин. Потехин забил, да? 43-я минута. Потехин забил, вот Потехин. 0-4. Что за это? Прозвище, что ли? А, вот. Где твоя фамилия? Еще раз, назови. Шамитов. Шестой номер. А, точно, да. Какая минута? 43-я. Не понял, а что, 4-0 уже? Он уже нам смят. Давай. Что чекнул? Кати, кати ему в зонку. Да буду, буду. Ну! Баночка! Баночка! Вынимай! Как кто забил? Юра забил. Я вижу, кто забил. Кто пас давал? 56-й. Черевков. А ты вообще отстой, ты сказал? Юра на Юру. Что ты сказал? Кто давал пас? 56-й, я сказал. Кто давал пас вообще отстой? Я так, я горд записать. 44-й, да? Да? 10, 45-й. Обведи еще. Обведи его. А кто пас давал? 56-й. Забил 32-й. А как пас ты отмечаешь? Плюс 1. Ой-ой-ой. Морской бой, что ли? Я же говорю, когда я прихожу, квартет всегда забивает. То есть 7-3 не исключение. 1-2 тоже. Просто который не пришел, а сидел. Как в этом американском футболе. Нормальный текл. Текл именно да. Махай, согласен. Такой нормально. Футбол так не тот. Сомкнул руки, так сказать. Тарас. Текл очень даже. Да не говори, какой человек служит за Самаева отдела. В смысле, не держишь? Пожалуйста, тебе надо отдать. А, там деньги завернуты внутри. Бери, Макс. На лечение? Деньги на лечение? Как твой колено? Когда восстановишься? Не знаю. В этом сезоне? Ого, хорошая, тихо, вагать. Ну катни. Юрок дубль. Давай, Юрочка. Блядь. Ёбаный стыд. Давай сзади, поиграем немного. Хорош, Галёк, хорош. Знаете, что сейчас мог бы счет такой 3-3. Да. 3-2. У Юра за 2 идет. 4-4. То есть 3-2 это уже вообще нормально.
О! Ты знаешь, как это я видел? 4, да. 4, да. Слышь, поэтому сразу же, короче, полезность голов вместе с Роналдо. Полезность? Полезность. Ну, типа, сразу же забывает. А, типа, там, 5-0, типа, да? При этом 6-0. Вот и примерно та же история. Короче, голы, которые дали очки, типа такого, да? Ну, типа того, да. Там, перевернули ход матча или прочее. Вот Юра примерно так же называет. Да мы тогда не начали с ним Блин, а согласись, у нас, наверное, блин, кто у нас? О, я знаю, кто. Оно тут есть сегодня. Не, он сломался. А что это? Палец сломался. Палец сломался? Ну, кедр. Ты можешь лечить руки от ноги? Я не помню, кто я вспомнил. Не, на руке не так страшно. Я знаю. Не нога, наверное. Вот он забивает важные мячи, блин. Просто пиздец важный. Вспомни, прошлый сезон. Помнишь? Помнишь? Вообще херем, такие голы. Не, ну, голы-то ладно, как бы, красивые, некрасивые, без разницы. Все равно гол. Он, блин, очень важные голы забивает. Постоянно победы, ничейные там. Успеет, не успеет. Чук синий. А? Ты ругался, что ли? Чук синий ушел. Ксюши уши. Ксюши загали уши. Эй! Реф. Правильно говорю? И кидай не очень. Ждать, что все горящее. Вайчук вместо Томаса. Вместо кого? Вместо Томаса. А, вместо Томаса. Ну, пиши цифру 2. Считать. В курсе, все начинается с плей-офф 2? Да. Почти. Смотри, правый 9. Смотри, правый 9 быстрее. Ну, блин, еще я смотрю. Там паук зевнул. Проснул. 2. А? 2. Сюда? Войтюк. Как сковеркать эту фамилию? Как это сковеркать? Войтюк. Не тук. Создается впечатление, типа, что тут, блин, чадо беснуется. Чувская щели. Дувает вообще, короче, поняли. Вы меня поняли. Увы, а. Второй слой, второй таймик 1-1. То есть, Ване получается сейчас 0, только все. Поле вообще? Да, на поле. Не, просто на дальнем фланге его, блин, не видно. Смотри, он в полузащиту пошел, по-моему. Это называется, как бы, блин, смотри! Смотри, блин, смотри, я сам бежит вот так. Подружки Полины будут сами. Когда они, короче, после просто приглашаю вас выкини, в следующую субботу. А я скажу, что Саша. Ой, блин, смешно. Нет, серьезно, ответа не получил. А в курсе кто-то, ты же не в курсе. Эй, не ломайте, он еще ему за нас играет. Кому? У нас трансфер, что ли, там? У нас там трансфер, это у нас, да? Да? Кого отдаем? Дайте ему! Это будет обмен. Так давайте вот как бы не Камбаров в стори, как бы не будем отдавать одного Давыдкина в другую команду, чтобы, блин, не нужно было, блин, 2 матча высиживать в субботу здесь, а то я не вынес, мы не вынесем это. А потом братья скреснутся? Да. Ну иди, блин.
вот следи вот за 22-м. Следи за 22-м? Да. И за 27-м. В желтой команде? Да, да, к нам перейдут. А, 22-й вижу. И 27-й. Ой, хорошая. 27-й нормально. Какая-то полезная действие от Мутика. Наложит за кадровый смех тут потом. Это будет очень смешно. Такой ситкомовский. Типа из моей прекрасной няни. Господи, это самый худший ситком, который ты мог вспомнить. Ну таки, блин, чтобы попозорнее. А, или типа и смех на уровне, да? Подожди, а кого отдадим? Драфт-пик какой-нибудь? Не-не, чисто... За деньги, за кэш. Русик опять там проплачивает, что ли? Нет, ты прав, как раз за драфт-пик, как раз, да. Ну там где-то через пару лет. В каком-нибудь 8-м раунде, да? Какого-нибудь ребенка с города. Не-не-не, знаешь? Смотри, даже такие голы никаких эмоций не вызывают. Ой, круто. Вообще посрать, блин. Он уже 18 сегодня таких забил. 53-й минута. Ты не кофиги! Ты чё? Ему нельзя такие спомнить. Его запомнить. Мало ли там, не знаю, вздумаю кого-нибудь ВКонтакте постебать. Окажется, фамилии его не буду. Блин. Какой минута? Какой гол? 53-я минута. Минута я забил. Какой номер? Минута я забил. Какой? Ты там выпрашиваешь компьютер, потому что... Бля, вообще-то тут у тебя есть... Седьмой номер. Номер? Мутик? Нет. Мутик забил. Седьмой номер. Ой, десятый, в смысле. Да, Овсюк. Овсюк Андрей, да. Эндрю. Какой? 53-й, да? Да. И буковку Ш нарисуй. Рядом с минутой. Потому что не рядом со всем получится. Да, серьезный парень. Какие-то, блин, это, слышишь? Не хочу как бы это ничего плохого сказать, блин, но не тех ребят-то вы берете в смактал, я слышу. Возьмите братьев. Что думаешь? Может, передоговоримся? Может, дадим кому-нибудь из этих... За выпивок? Не. От братьев и братьев, пусть будет две пары братьев. Тогда еще надо еще. Так, жалко, надо тогда еще Русу поменяться. Дай мне, дай! Вообще, кстати, у Руса тоже брат, если что есть. Ой, ёпта! Такого пошел. Бля, они специально хотят с Дебин Трайвс. Кеду. Какая минута? 54-я, наверное? 53-я. Ой, 55-я. Да, 53-я. Кеду. А зовут Томас. Отчество не знаю. Сколько у нас замен сделано, Максим? Много. Больше нельзя. Вы читаете, на видео посмотришь. Да. Почему ты не разрешаешь делать замен? Пусть они делают больше разрешенных количества замен, просто потом скажем, как бы, ребят, вам технарь, да? Да, и все. Ну, тогда Юра останется без гола. Блин, то есть нам плевать на то, что мы летим 1-6, Макс, да? Сколько осталось? Самое главное. 15. Уже всю? Да. Второй, да. Вот это, да? Подожди, а первый где? А второй, в смысле, такой же. Нет, не десятый, я скажу, что и 21-й. А такой же. Серебря. Ну, короче, ладно, я мне достаточно это запомнил. Парень серьезный. Прыжок нормально. Будет да, на левом боку спать. О, за автографом нет. Да?
что-то. Да нормально это звучит. Люблю друг друга уже. Все же ничего не удивишь. Ничего не ожидаю. Пожалуйста. Пожалуйста. Что Ксюша там делает? Где? С ребенком? Нет. Солнце ищет. Ксюша не с ребенком. Отняла ребенка, и ты качаешь дома. Отлично. Качает ребенка, как эти, знаешь, до гол забивает. Да, 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 только реально в ребенка. И гол не забивают, самое интересное. Уже 9 раз.
Может сразу. Опа! Матюк, далее, сэй! Ты снимаем будешь, да? Ну, вот такая. Вова, иди забивай, Вова! Я отдал, иди забивай, отдали штангу, там все забивают. Ну ладно, стараюсь. Ты вот хочешь, в принципе, просто что-то. Александр, блин, македонский. Ну ладно, мяч попозже позвоню. Макс! Слушай, а награл 10 будет? Нет, я сказал 10, я думал меньше.